это выражение, все в доме так выражаются. Настя, в плане Захара я за тебя рада. Но если Эд Иванова обойдет Кудряшов, что они такие довольные, то даже виду не показывают. Но говорит, что ты хайпишь, и опять пиздит. Точно пиздит. Пиздит, потому что покажите мне хоть одного человека, который в этом бы признался публично. Видели, как Джиган играет с бабой? Джиган, это у него раньше был клуб, я с ним очень хорошо общалась. Со всеми ребятами, которые там работали. Джиган прекрасные дети. Чего только Лея одна стоит. Лея, это вообще просто. Просто кошмаш. Детка, ты просто кошмаш. Когда тебя увижу... Да, эта история ей будет еще года два вспоминать, я тебе сразу говорю. Потому что до сих пор мне три года прошло, мне до сих пор спрашивают, картошка. Пойдем копать картошку. Нет, Бориска Кудряшов не проектная пара, но, к сожалению, Кудряшов просто себя на проекте не очень хорошо показывает, хотя в жизни он совершенно другой человек, вот и все. Знаешь проектную? Угу. Полотенечко. Угу. Вот так Кудряшов очень хороший человек. Если бы не проект. Вот. Блин, молодой просто. Если бы он чуть позже на проект пришел, он бы по-другому сидел, я уверена. Ну, это все кого нутра. Наш люди проекта. Какая пара проектного, хоть одна? Все. Практически. 95%. А как думаешь, Чайков и Пингвинова? Конечно, проектная пара, в чем? Я видела нарезку, где типа на ему свидание делает. Конечно, проектная пара, чего? Кис, я тебя люблю. Кис. Вот. Кис. Вот. Никогда про меня никаких слухов не было, поэтому не знаю, что вам говорить. Ай, собака, нет, пожалуйста, не терапия. Идите на проект, дайте всем там продраться. Ничего там, дети умеют и за проектом не зарабатывать. Во-первых, мы за проектом можем дать всем продраться. Врёшь. Потому что я задела чувство Кудряша. Ну вы что? Я вешу 42. А я секрет. Уже написано, если не секрет, я написала. Даня и Даня тоже вместе за проектом. Да забейте вы уже хуй на этот. Паша, вот к вопросу про это. Давайте о чем-нибудь другом поговорим. Так спроси, что-нибудь нормальное. Я тебе с удовольствием отвечу. Мы сразу что-нибудь поговорим. Ой, чебоко. Она 102. Да, Вика, я тебе задавлю. Ты едешь на проекте, тебе 5 возьмут или нет? Никогда, уже никуда. Ой, сорянка. Это просто Настя стала просто очень толстая, поэтому она говорит, что секрет ее вес. Нет, я на проект никогда не пойду. Я тоже. Есть другой вопрос. Давай лучше Вань снимем. Ну, если ты организуешь сценарий, если ты организуешь... Нет, оператора... я бы никогда вышла замуж. Не вышла бы замуж за Фурманина. Сколько ехать от Москвы до вот я ехала с Обнуково 40 минут сюда. Ну, до Поляны я ехала полчаса. Насколько нужно быть нагло? Там не нужно быть нагло, там нужно быть интересно. Сука конченая, там нужно быть. Да, интересно нужно быть. Ну, как правило, чтобы выжить, там нужно быть сукой. Ну, выжить это один момент, а пройти кастинг то это другое. Там вообще кастинг, мне кажется, проходит через знакомых больше. Почему бы не вышла замуж за мусульманина? Потому что я родилась в России, я считаю, что русские должны выходить замуж за русских. А я потому что не готова стать мусульманкой, у них в этом жестко. Чайков подвигнул, нашли друг друга, он два слова связать не может, и она недалеко ушла. Ну, не каждый должен судить человека, кто умеет, тот так и разговаривает. Ну, не будет у них проекта, но это очевидно. Вайн, камера, я снимала, у меня сделается камера, поэтому Вайн будет.
А скажи мне, как ты с Кариной вышел на связь? Это случайно или ты с ней общался? У меня вот этот друг, он снимает Вайны, и он с Кариной Кросс недавно снял Вайны. Даже я общаюсь с Давой, с Ричем, с Насисом, бля, с... Бля, это такие дебилы пишут, говорят, типа, в хиджабе ходить не хотят. Почему мы должны ходить в хиджабе, когда мы русские? Я считаю, что вообще каждая нация должна выходить там замуж, либо жениться на своей нации. Вот это нормально. Общаемся. Мы все мы родились, ну, я не в России, я родилась в Беларуси, как бы, и, ну, я считаю, что белорусы, украинцы, украинцы, русские, это все, в принципе, ну, один типаж. Вот и должны, в принципе, так плодиться. А у людей есть мусульмане, но у них есть мусульманские женщины, которые, в принципе, заточены под их жизнью. Почему так? Должно быть. Все. Полностью с тобой не согласен насчет национальности. Тим, скажи мне еще момент такой. У меня есть готовый сценарий на парный, типа а-ля парами. Я хотела банана, ну, типа, позвать. Я, кстати, мне банан писал сегодня, я говорила. Вот. Нам нужно Карину захватить, и мы можем снять а-ля банан с Кариной, а мы с тобой пары, и я тебе скину. Это социальный ролик, это не он. Он очень крутой. Вы хорошо относитесь к людям, я традиционная ориентация, я вообще ровно к ним отношусь. Я видела, потому что при мне два пацана начали чпокаться. Ну, это личное дело каждого. Но на тот момент я была не готова это видеть. Это реально. А это личное дело каждого. Чего вы осуждаете? Хотят чпокаться, пускай чпокаются. Мужики с мухами бабы. Мне вообще до одного места. А, ты меня лижешь. Ща бог. Ты если на руки нашу так делаешь и носик, она будет тебя целовать. Ну, такой не хочу, что я тебе бока. Царапай меня. Хорошо? Не верьте слухам, я так скажу. Слухов всегда много. Хорошая тебя подруга встретила, шикарно. Ты оценила? Я тут салатик делала. Помидорки. Помидорки резала. Рыбку. Нет, это я заказала из Тануки. Потому что она готовила... А у тебя спрашивают, Вика твоя подруга? Да не, мы с ней не дружим. Мы встречаемся. Мы встречаемся. Она против. Кот против? Да, Лиша, мы сразу начала гавкать. Я... А я потом про Даву расскажу. Хотя я по-дольски решила жить. У человека тут своя квартира. Да, я устала платить друг чужой тетеньке. И пока мне платила чужая тетенька за мою квартиру, она мне испоганила ее настолько. Нет, у меня нет друзей мусульмане. Мусульмане. У меня есть чеченцы. У меня нет. Бузу вас давай встречать. А мы откуда знаем? Нет, я не знаю. Ну, девушка. Масису нравится только сделанные. А балконите подкатись к Масису. Кстати, с Масисом тоже нужно общаться. Будешь конфетку? А ей можно конфетку? Что лучше есть, это чем сладкое? Ну вот я ехала со Внуково 40 минут. До ближайшего метро 20 минут ехать. На машине. Собака! Девочки, почему забирать телефон на проекте? У старых участников, ну не только у старых участников, кто-то на топе, у всех есть телефон. Просто... Девочки, почему забирать телефон на проекте? У старых участников, ну, не только у старых участников, кто-то на топе, у всех есть телефон. Просто у новеньких забирают телефон, чтобы они творили веселые вещи. Да. Настя живет с Захаром и с Кудряшовым. А Кокси ты забыла? А, и Кокси еще. Не, Масис хороший парень, вообще к нему вопросы нет, он реально очень крутой. У меня, знаете, что больше всего мне нравится, что он очень сильно поднялся, и это единственный чувак, который имеет деньги, реально имеет не пыль в глаза, и умеет себя достойно вести в обществе, с девушкой. У него нету звезды никакой, но крутой. Масис армянин, поэтому у него такое имя. Ну, кстати, на меня вообще не похож. Ну, да, на русского похож.
Он крутой реально мальчик. Вот такая вечеринка. Ой. Вот. Нет, она реально боится. Я боюсь животных. Вы не видели, я очень боюсь животных. Абсолютно всех. Котов, собак и остальное. Ну, просто это животные меня не трогают. Я и не боюсь. Как вам Гриценко? Я Гриценко тоже лично знаю. Я вообще не знаю, кто это. Это, который использует. Гусейн, я не знаю, Гусейн. Вообще из всех. Ты что, Гриценко? Почему Лиза расстались с Массисом? Ну, я знаю. Я не скажу. Ну, не скажу. Не сошлись характерами? Да. Ну, все. Ну, может, мама русская. Ну, да. Мама. Интересно, мы одно и то же даже знаем. Ну, мы потом вне эфира поговорим об этом. Нет, я не знакомлюсь с молодыми людьми. Черной Иосиф проектный? А вы как? У меня есть молодой человек, поэтому я ни с кем не знакомлюсь. Ну, одна нога уже в замужестве, как бы так-то. Я еще не квадрировалась. Вообще, подожди. Тут сегодня узнала, что мы не вдвоем едем как бы на Бали, а она с парнем едет на Бали, а я еду без парня. Угу. Поэтому привет. Вика, тебе нравится Масиша внешне? Я не помню, как он выглядит. Честно, я не знаю, поэтому... Ну, я поняла, что ей не дает. Ей дает. Больше ходит. Вот. Настя дала Масису? Да, она уже ему дала. Просто не поли, пожалуйста. Ты что несешь? Ты что несёшь? Сейчас просто все си, всему 130 человек рассказала. Ты же муга. Ты же была рядом в этот момент. Да. Как жалеет об этой ночи. Он не... И при... тоже так. Да. Да. Ну, вообще-то больно. Не царапай сейчас. Да, она не понимает. Я понимаю, мне больно. Когда мой приеду, мне скажут, что у меня царапка. Массису, иди на ту. И Карину. Ой, что? Сегодня вышел фильм. Боня, это кто Боня? Да не было. Он на островах ем. На тра-та-та. Это что-то не стыдно, а? Сегодня утром должно было быть, когда на мои третьи AirPods жрать какие-нибудь старые наушники. На новые. Что время? Как нажать? Уже полтретье, а мне скоро в самом на самолет. Ну, вставать с тобой рано. Подавилась вином. Сколько вообще время? Как нажать на телефон? Уже полтретье, а мне скоро в самом на самолет. Мне как бы тоже вставать с тобой рано. Ты слушала мой новый трек? Нет. В смысле? Ты не слышала? Нет, я не рекламирую ставки, никак к этому не отношусь. Ты поставила мою работу себе на аву. Ну, если это твоя работа, спасибо большое. Мне прислали, ну, вот эти аватарочки. И твоя лучше всех, честно. Вот спасибо большое. Вот такая красота, блядь.
ВК пока нет. ВК я с одним лейблом договариваюсь. А ты ВК не загружаешь свои треки? Потому что я хочу загрузить сразу на все площадки, для этого нужен дистрибьютор. Почему ты не общаешься с Лизой? Уже 20 раз. А это каждый вопрос. Эфир спрашивает, я поэтому просто уже не отвечаю. Но Розе же не 20, Розе 20 лет, прикинь. Ей 20. Ну, наверное, не знаю. Обычно люди на меня реагируют, когда я говорю, что мне 20. А тут, когда я услышала, что Розе 20, я среагировала примерно так мне, же, как все. А мне 24. Я на ИС, может быть? Вот такая вечеринка. Ладненько, давай мы завязываем с прямым эфиром. Да, да. Все, мы всех любим, целуем, обнимаем, всем спокойной ночи. И сладких, присладких снов. Да, спокойно дрочек. Дочка передала Спокинок. Ей тоже Спокинок.